жутко хотел рассказать историю, потому что я патриарх, первый раз меня позвали что-то вручать в Останкино. Геннадий Ильич, расскажи, потому что в интернете идет прямая трансляция. Ты все-таки сейчас получишь славу, тебе лайкнут раз четыре. А, я не знал, потому что я хотел рассказать одну историю. Меня переполняет чувство гордости и радости, что меня позвали вот вручать. Это было очень много лет назад, кроме Швыдкова, это никто не знает. В доме актера, значит, два народных артиста РСФСР обсуждали проблему несправедливости, что для попадания на Новодевичье кладбище необходимо звание народного артиста Советского Союза. И вот в этот вечер при полном зале Екатерина Алексеевна Фурцева приглашает на сцену Бориса Ивановича Равенских, а разговаривали на эту тему Равенских и Плучик. И в присутствии всего зала Екатерина Алексеевна вручает диплом, а точнее, свидетельство о том, что Борис Иванович Равенских получает звание народного артиста Советского Союза. Он забирает этот диплом и возвращается к столу, где сидит весь президиум, а там сидит Плучик. Простите меня. Это же по интернету. Он так идет, голову нагнул, и так рот скривил, и, обращаясь к Плучику, говорит: «Валя, пиздец, я на Новодевичьем».